И шли солдаты в путь, в историю, под звуки рвущей душу меди. Фронтами шли и в одиночку, в бессмертие к своей победе. Еще не ясный голос труп, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. В мелодиях, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми надежды маленьких оркестрик под управлением любви. Надежды маленьких оркестрик под управлением любви. Когда разлук, когда смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Корнет пробит, труба помята, а вот как старый посох все на барабане швы разлезлись. Но кларнетист красив, как черт, флейтист, как юный князь изящен, и вечно в сговоре с людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Вечно в сговоре с людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением. Бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небеса, шагают предки с нами, как живые. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка, течет река
и нет конца колоннам. Шагаю в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами смертью смерть поправ, как в 41-м мир прикрыт собою. И наша жизнь не кончится, пока течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Всем, кто подарил нам право на жизнь, всем, кто ковал великую победу, посвящается! Сквозь время города и страны, пусть след войны своей смертельной раной для всех уроком станет на века. Вставай, бессмертный полк, смотри в глаза солдата, и память о войне пусть будет свята. Сохранить ее наш общий дом. Вставай, бессмертный полк, смотри в глаза солдата, и память о войне пусть будет свята. И сохранить ее наш общий дом. Бессмертный полк шагает по стране. Не все смогли дожить до Дня Победы. Спасибо вам за этот марш победный. Спасибо вам за память о войне. Мы все бойцы бессмертного полка. Пусть знает мир и знают ваши дети. Пока вы помните наш полк бессмертен, народный подвиг славен на века. Вставай, бессмертный полк, смотри в глаза солдата, и память о войне пусть будет свята, и сохранить ее наш общий дом. Пусть будет свято, и сохранит ее наш общий дом.
войне парад победы. Ладонь застыла у виска, фронты всех родов войска, сияют звезды на погонах. И многократный ура, и над колоннами парят войну прошедшие знамена. И победители идут, читая шаг парадно строе, и трубы медные поют. Салют героям, салют героям, и трубы медные поют. Салют героям, салют героям. Оплачен кровью каждый шаг, был сильным мы жестоким враг. Не исчислимы горькие потери, и юг и запад воевал, восток оружие ковал, не дал пройти врагу наш север. Победой общей горды мир заслонили от беды одной большой страны советской люди. Тот, кто с мечом на нас пошел, погибель здесь свою нашел. Так было и всегда так будет. И победители идут, считая шаг в парадном строе, и трубы медные поют. Салют героям, салют героям, и трубы медные. Оставив гордость нам и свет, бессмертный свет святой победы. Мир не свободен от проблем, но все же стоит помнить тем, кто хочет вновь в истории ревизии. Как на глазах у всех землян под ножью брошены Кремля штандарты вражеских дивизий. Начинаем торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Равняйсь! Смирно! О готовности празднования 73-й годовщины победы докладывает командир взвода, ученица 5 К-класса общеобразовательной школы номер 22 имени Федора Яковлевича Федулова Акулова Арина. Рапорт принимает ветеран Великой Отечественной войны, воевавший под знаменем 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии полковник Сафонов Владимир Васильевич. Парадные расчеты, Росгвардии, Министерство чрезвычайной ситуации России по Вологодской области
Управление Министерства внутренних дел России по Вологодской области Череповецкого высшего военно-инженерного училища радиоэлектроники, курсантов Вологодского института права и экономики, военно-патриотических клубов и школ Вологодской области для начала торжественного собрания, посвященного 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, построены. На сцену приглашается начальник Вологодского территориального гарнизона, начальник Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, генерал-майор Долгов Андрей Николаевич. Под государственный флаг Российской Федерации, символ Знамени Победы, прошу встать. Собрание, посвященное 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открыто. Для приветственного слова и поздравления на сцену приглашается губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников. Уважаемые вологжане, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, от всей души поздравляю вас с главным праздником страны, с Днем Великой Победы. 9 мая – это день славы и гордости. Это день нашей памяти и скорби. Это день, который навсегда вошел в историю нашего Отечества. Почти 4 года длилась самая страшная война в истории человечества, Великая Отечественная война. Миллионы погибших солдат, сотни тысяч разрушенных сел и городов, пепел и скорбь по всей территории нашего Отечества. Все эти годы наша страна делала невозможное.
день за днем ковала великую победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. И огромную роль в этой победе сыграла наша родная Вологодчина. Лучшие сыны ушли на фронт. Оставшиеся в тылу поставляли на фронт продовольствие, обмундирование, вооружение, медикаменты. Принимали десятки тысяч эвакуированных из блокадного Ленинграда. 140 героев Советского Союза. 160 тысяч награждены различными орденами и медалями. Это вклад наших вологжан в великую победу. И сегодня мы говорим слова огромной благодарности нашим ветеранам. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Сегодня мы обещаем, что сделаем все для того, чтобы память о великой победе навсегда осталась в истории человечества. С праздником, дорогие вологжане! С днем великой победы! Мы благодарим Олега Александровича. Дорогие друзья, с приветственным словом к вам обращается председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Николаевич Луценко. Дорогие земляки, вологжане, уважаемые ветераны, я искренне поздравляю вас с нашим святым праздником, с Днем Великой Победы. Прошло уже 73 года, но в эти праздничные дни мы вспоминаем, поздравляем и низко кланяемся всем, кто прошел эту страшную войну, нашим отцам, нашим дедам, нашим землякам, которыми мы гордимся и которых мы все помним. Более 300 тысяч вологжан ушли на фронт. Более половины из них не вернулись с полей сражений. Мы вспоминаем и гордимся нашими героями. Мы вспоминаем солдат Великой Отечественной войны, офицеров, генералов, полководцев. Мы вспоминаем и гордимся нашими медсестрами. Мы вспоминаем и гордимся всеми вологжанами, всеми россиянами, которые ковали победу в тылу, не досыпая, не доедая, отдавая все, чтобы настал этот великий день победы, и он настал. Наша страна победила, и в эти страшные годы наш советский народ продемонстрировал свои лучшие качества, мужество, героизм, отвагу, самопожертвование. Именно в эти годы весь наш народ, независимо от национальностей, от вероисповеданий, встал плечом к плечу для того, чтобы эта победа свершилась. Дорогие ветераны, мы помним, что вы сделали в этой страшной войне. Мы вам очень благодарны и всегда будем помнить вас, ваши подвиги, ваши дела. И уверен, что наши дети и внуки сохранят эту память и эту историю. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Мы благодарим Андрея Николаевича. Для официального закрытия торжественной части мероприятия, посвященного 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, к микрофону приглашается начальник Вологодского территориального гарнизона, начальник Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, генерал-майор Андрей Николаевич Долгов. Под государственный флаг Российской Федерации, символ Знамени Победы, прошу встать.
торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым. Многому в нашей современной жизни мы обязаны тем молодым и бескомпромиссным парням и девушкам с высокими стремлениями. Это они защищали, отвоевывали и восстанавливали наши города из руин. Поколение победителей, поколение, вставшее на смертный бой за любовь, за веру, за свое будущее. Они не дрогнули, выстояли, они победили. На весах этой победы горечь отступлений и беспощадность боев. Трудовые бессонные вахты у станков и на полях, госпитали и похоронки. На весах победы их жизнь, их молодость, их бессмертие. Пока мы говорим о тех, кого уже нет с нами, они живы. Пока мы слушаем сегодня воспоминания ветеранов, жива история. Поднимайся в небесную ввысь, опускайся в глубины земные. Очень вовремя мы родились, где бы ни были с нами Россия. Под заботе и добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Под заботе и добровольцы,
птицы мы землю вертели назад. Было дело сначала, обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не взошло на востоке. Мы не верили землю шагами, понапрасну цели деревья. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. От ветра с востока пригнулись нога, жмется к скалам Адара. Осенью мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимая, кочки тиская, зло не любя. И коленями землю толкаем от себя, от себя. Кто-то стал полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Животом по грязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Руки-ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами за стебли, над себя, под себя, от себя. Война застала, я учился в спецшколе. И вот я после окончания спецшколы получаю письмо от своего старшего брата, который был под Сталинградским, на Сталинградском фронте. Получил письмо от него. Оказывается, он в тяжелейшем состоянии оказался. И вот я прихожу к начальнику училища спецшколы. Я говорю: я хочу отомстить за своего брата. Меня облвоенкомат направляет на фронт. Нас встречал лично командующий фронтом Курочкин, генерал. И вот он говорит: товарищи курсанты, перед вами старинный русский город, старые руссы. Там немцы свирепствуют над нашим населением. До вас наступали старики, они не выполнили задачу. Хотя вы молодые. Все тут курсанты, такие прибордерные эти. И вот, значит, а у немцев перед каждым городом ДОТ. Немцы, как мотор, как заработал танк, они вызывают прямой наводки артиллерию, понимаете? Танкист успел сделать три выстрела по ДОТу, один из снарядов попадает прямо в амбразуру. ДОТ. И взрыв у них там. Пулемет у них заглох. Куда прятаться было? Некуда было прятаться. Впереди ДОТ. Смотрю, вход в этот ДОТ с той траншеи, в которой я нахожусь. И даже видать его. И вот я в том направлении подбежал, метра два зашел в этот вход. Развернулся с автоматом там, а там темно. И вот меня рука противника
обхватывает, хоть, если бы у него рука не ранена была, он бы меня задушил. И развернуться невозможно. Я так остался. И вспомнил, что вот завод ВПРЗ выпускал финские ножи вот такого размера в деревянном чехле. У меня висело здесь на боку. Как я вспомнил об этом, не понял. Вывернулся так, и ему удар в пах. Как он рук не освободил, я разворачиваюсь, и патронов 12, можно сказать, на расстоянии полметра, по его выстрелу. Выстрелил, и немцы прекратили стрелять. Он вышел с укрытия, полтора метра, снял каску, думаю, наверное, посидел. Вот первый мой бой такой крещение.22 июня 41 года по радио объявили о том, что на нас напала Германия. А в 2 часа ночи я уже получила повестку о призыве в армию как фельдшера. 26 июня, мы, весь персонал госпиталя, явились на сборный пункт. Так? И нас направили в Ивако-госпиталь 1184, так, который очень быстро стал, город стал прифронтовым, и госпиталь стал прифронтовым. А меня назначили старшей сестрой приемно-сортировочного отделения. Первые 2 года с утра до вечера были заняты работой у себя на отделении. Если и идет поток на наш госпиталь, значит, мы не ложились, не раздевались, так, а принимали или эвакуировали раненых. То есть практически иногда это проходило по несколько дней. Так, и в результате, снимаешь обувь, стопа слезает, кожа стопы слезает. Идет прием. А что значит прием? Надо вынести больного, раненого из машины, занести в госпиталь, значит, раздеть, дальше в парикмахерскую, а дальше, значит, в душевую –
и я носила раненых. Поэтому у меня очень долго держались тоже здесь эти самые мозоли. Мы с приятельницей бегали в военкомат с требованием направить нас на фронт. Офицерам там надоело наши эти набеги. Они доложили военкому. Так вот он и говорит: слушай команду, кругом, шагом марш. Такой важный участок работы, значит, а вы бегаете, чтобы и без вас фронт обойдется без вас. Понимаете, вот это было такое желание вот именно на фронте принять участие, так? Мы рады были отдать свою жизнь, только чтобы стояло наше государство. На земле не успеешь жениться,
а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки? А девушки потом. Прошли, и последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брянская улица по городу идет. Значит нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли. И последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Значит нам туда Берлинская улица к победе нас ведет. Эх, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Слово «война» я впервые услышала, когда мне было 5 лет. Было правительственное сообщение по радио, и мама с папой стояли, слушали. Я заметила, мама плакала, а у папы лицо такое стало серьезное, хмурое. И я решила, что к нам пришла беда. Да, это была беда. Папу взяли на фронт зимой, в декабре месяце. Он пришел попрощаться, и так как я была всех младше, он хватает меня на руки, подбрасывает к потолку, прощается со всеми и уходит. И мама осталась с 3 ребятами. Что делать? Она раньше нигде не работала и пошла работать в госпиталь, где стирала белье, привозили вот белье раненых. Кушать было нечего. Мама вместе с соседками ездили по деревням, меняли вот какие вещи. Меняли на муку, на картофель, на овощи. Мне запомнилась война, это воздушная тревога. Вот до сих пор в голове вот этот звук. И вот когда начиналась воздушная тревога, меня мама заворачивала быстро в одеяло, и мы спускались вниз на первый этаж, и вот там сидели в темноте, потому что нельзя было свет зажигать. Папа был минометчиком. Посылал нам такие конвертики с фронта. Мама всегда читала и плакала. Однажды ночью я сплю, и вдруг слышу, что разговор в другой комнате. Я подкралась, посмотрела, смотрю, сидит мама, плачет, и какой-то мужчина седой. А это, оказывается, папа ушел, у него волосы были черные, велись, а пришел он с фронта седой. Заплела тугую косу, опустив глаза.
что-то весть долго о ветре. И под старой иконой Настя до зари просит Дев Пресвятую мужа сохрани.
За Мамаевым курганом тишина. В том кургане священной тишиной встала женщина с поникшей головой, что-то шепчет про себя седая мать, все надеется сыночка увидать. Поросли травой степной глухие рвы, кто погиб, тот не поднимет головы, не придет, не скажет мама, я живой. Печалься, дорогая, я с тобой. Поросли травой степной глухие рвы, не придет, не скажет мама, я живой. Не печалься, дорогая, я с тобой. Спасибо. Если ваши сны не...
дети счастливее станут чуть-чуть. Люди всей земли, будьте же детьми, чтоб мир изменить смогли. Жили, чтоб не в роз, небо, чтоб без слез, мире без войны. Осталось здесь факт.
Ленинградке рождаться для солдатской службы честной. От германской до афганской, от афганской до чеченской. Среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали пьянея от строк. Лепли волосы нам, но вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие бой. Дай мне слово, приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и от, в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам, не давая остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев парили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладонью мертвых рожать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерть и оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступал с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорвая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. К вам обращается майор запаса, ветеран боевых действий, участник операции по предотвращению межнациональных конфликтов на армянско-азербайджанской границе и боевых действий на территории Чеченской Республики. Указом президента Российской Федерации отмечен медалью Суворова, медалями за отличие в военной службе. Член Всероссийской организации «Боевое братство» Шишов Михаил Альбертович. Уважаемые ветераны, в этот день я хочу от нашего поколения, которое нихнуло поругу 90-е, нулевые годы,
сказать вам большое спасибо, вам, поколению победителей, за эту великую победу. Поверьте, наша Родина находится в надежных руках. С Днем Победы, уважаемые ветераны! Благодарим вас, Михаил Альбертович. Мирное небо над головой, как это ценно, как это хрупко. Детский смех, счастливые глаза матерей, возможность распоряжаться своей судьбой, быть счастливыми и свободными людьми. Это подарок нам, живущим, от поколения победителей. От поколения бессмертного полка, исполнившего до конца свой ратный долг, чтоб сегодня весла пахла сиренью, а не порохом, чтобы над просторами нашей Родины были алыми рассветы и закаты, чтобы мы гордились и помнили. Гордились и помнили, как труден был путь к победе, отстоявший нашу страну от Москвы до самых до окраин, от южных гор и до северных морей. Oh!
дедушка был на войне. Он страну от врагов защищал. И когда все горело в огне, его ангел крылом укрывал. Он геройски прошел всю войну и с победой вернулся домой. Я за мир благодарен ему и горжусь тем, что прадед — герой. Я ни разу не видел прадеда, и меня он не видел, не знал. Но со мной на параде победы он в бессмертном полку прошагал. Победа. Нельзя забыть весенний этот день. Мы все плакали, смеялись. Вот все время на улице посмотрели. Все идут, бегут, радуются. Это даже вот не описать, какая радость была. День Победы – это особый праздник. Это самый, пожалуй, главный праздник поколений, которые участвовали в войне и которые появились потом после войны. Я всех сердечно поздравляю с великим праздником Днем Победы и желаю единственного, чтобы у нас было чистое небо. Да здравствуют наши советские вооруженные силы! Да здравствует наш советский народ, который победил в этой великой тяжелой войне! Желаю вам здоровья и чистого неба. С Днем Победы! День Победы, как он был от нас далек, как костре под лучшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Это День Победы! Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы! Слезами на глазах.
радости, удачи, мира вашим домам, вашим близким и нашей стране. Помните историю своей страны, почитайте ее и будьте благодарны тем, кто отвоевал нам светлое будущее. Благодарим участников праздничного концерта. Народный самодеятельный коллектив «Хор ветеранов городского дворца культуры». Ансамбль управления Министерства внутренних дел России по Вологодской области. Мужской хор Вологодской филармонии имени Валерия Гаврилина. Хоровая капелла города Вологды имени Владимира Сергеева. Молодежный камерный женский хор «Консилена». Академический смешанный хор Вологодского областного колледжа искусств. Женский хор «Гармония» Вологодского областного колледжа искусств. Хор старших классов и хоровой ансамбль «Асоль» детской музыкальной школы номер 4. Коллектив Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени Василия Васильевича Верещагина. Хореографические и вокальные коллективы детской школы искусств «Арт Идея». Ансамбль песни и танца «Русский север» Вологодской филармонии. Лев Лебединский, воспитанник кадет средней общеобразовательной школы номер 15 имени дважды Героя Советского Союза Александра Федоровича Клубова. Солисты Владимир Сергеев, Леся Яровая, Анастасия Панфилова, Тимур Миргалимов, Николай Федосеев, Николай Могилко, Денис Токарев, Антон Николаев. Танцевальный клуб «Домино». Танц-класс «Юла». Цирк «Маугли». Вокальная студия «Солнечный круг». Вокальный ансамбль «Гран-при». Хор кадетских классов средней общеобразовательной школы номер 7 имени 24-й краснознаменной фонарийской гвардейской стрелковой дивизии. Младший хор кадет кадетства средней общеобразовательной школы номер 15 имени дважды Героя Советского Союза Александра Федоровича Клубова. Сводный кадетский хор средней общеобразовательной школы номер 22 имени Федора Яковлевича Федулова. Сводный кадетский хор 10-11 классов средней общеобразовательной школы номер 28. Хор морских кадетских классов средней общеобразовательной школы номер 29 имени Алексея Алексеевича Попова. Кадетский хор 5-7 классов «Патриоты России» средней общеобразовательной школы номер 39 имени Степана Александровича Лавинецкого. Художественный образцовый коллектив «Хоровой ансамбль народного и оркестрового отделения «Проснись и пой» детской школы искусств номер 2 имени Василия Павловича Трифонова. Хор старших классов детской музыкальной школы номер 4. Сегодня с вами были Александра Брызгалова и Александр Соколов. С праздником! С Днем Победы!